депутаты Мособлдумы Лариса Лазутина и Дмитрий Голубков, а также одинцовские единороссы, приняли участие в пушкинском празднике в деревне Захарова в рамках партийного проекта «Культура малой родины». Для гостей традиционных народных гуляний, приуроченных ко дню рождения русского классика, подготовили обширную культурно-развлекательную программу. Здесь можно было услышать стихи и песни, рассказы экскурсоводов и игру оркестров, увидеть дефиле артистов в костюмах современников Пушкина и выступления творческих коллективов округа. Отдыхающие также могли сфотографироваться со сказочными богатырями, принять участие в мастер-классах художников и рукодельниц и приобрести различные сувениры. А ведущим мероприятия стал кот-ученый.